Если страна нужна миллионам, миллионы должны сами колотиться и двигаться. Только тогда будут перемены. А не когда Бэтмен, Мухтар Аблязов что-то сделает. Я хотел бы сегодня сказать, что это большая ошибка. Большая ошибка, потому что нас, граждан Казахстана, свыше 20 миллионов. Мы даже по европейским меркам, даже достаточно большая нация. Мы средняя нация, даже по европейским меркам, не то что мировым. Там соседние страны по 5-6 миллионов. В Европе вот такие государства есть, как в Австрии, меньше 10 миллионов. В Швейцарии меньше 10 миллионов. Это считаются сильные государства с большими возможностями, которые влияют на мировую политику. И в этом смысле Казахстан – это серьезная страна. Я уж не говорю о том, что по размеру территории мы 9-й в мире. По всем богатствам мы входим, наверное, в число ведущих в мире. Все эти возможности дают нам взгляд в том, что мы можем жить не хуже, чем ведущие страны мира. А что нужно для этого сделать? Просто взять власть в свои руки и не ныть, не говорить, вот, Назарбаев так сделал, Токаев вот так сделал. Кто они такие? Ну, жалкие старикашки. В результате вот нашей пассивности они пришли к власти, и мы сидим и смотрим на них, и какая-то часть продолжает молиться.